Недавно актриса Эвелина Блюден сделала себе ЭКО, которое дало положительный результат. Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова решила, что она поможет ей забеременеть. Телезвезда призналась, что хочет иметь семью и детей. На прошлой неделе она побывала на открытии ресторана «Таксим», которое также посетила Эвелина Блюден. Ольга Бузова подошла к ней и подержала за ее живот, так как есть примета, что если дотронуться до беременной женщины, то есть большая вероятность забеременеть самой.